В летнюю жару, когда хочется сладкого, но не хочется включать духовку, актуальными становятся рецепты десертов без выпечки. Одним таким вариантом я как раз хочу поделиться – торт с зефиром и бананами. Основой такого тортика может быть не только печенье, но и вафельные коржи, например. Для крема лучше взять сметану пожирнее и хорошо взбить с пудрой. Я в крем добавляю совсем немного сахарной пудры, чтобы тортик не получился слишком приторным. Подавать его можно уже через часик, но лучше всего дать ему постоять хотя бы часа 3-4. Печенье – 200 грамм. Зефир – 350 грамм. Бананы – 3 штуки. Сметана – 350-400 грамм. Сахарная пудра по вкусу. Количество порций – 8-10. Для основы я использую самое обычное печенье, а зефир у меня домашний. Для начала приготовьте крем. Для этого сметану соедините с сахарной пудрой и взбейте до пышности. На тарелку выложите печенье. Если печенье квадратное, можно вот таким образом подрезать его. Смажьте его сметанным кремом. Выложите нарезанные ломтиками бананы. Зефир разделите пополам и выложите ровным слоем. Обильно промажьте кремом. Следующий слой, снова печенье, я делаю чуть меньшего диаметра. Чередуя слои, соберите тортик. Готовый торт с зефиром и бананами я присыпала крошкой печенья. Приятного чаепития!